Здорово, пацаны. С вами Артём и Даня. Сегодня мы вот такой, нашли вот такой вот телефон. Samsung DOS. Вот такой телефон, так да, номер не купили. Мы купили. Все мне купили симку. Мы сейчас положили деньги на телефон. И сейчас будем троллить людей. Да. Сейчас звоним. Наших знакомых. Да. Сейчас звоним нашему знакомому. Точнее, знакомому. На громкую связь можешь поставить? Здравствуйте. Смотри, тут... Может, ты неправильно набрал? Нет, все правильно было. Давайте лучше другим людям позвоним. Да, да. Так, родным не будем? Не-не-не, потом меня просто башку свернут. Вызываемый абонент недоступен. Ребята, что это такое? О, кто такой чмо? Это Арсений. Где? Не надо ему звонить. Кто такой Дима? Улюбит. А Даша? Даша, не знаю. А, это... Все должны взять, ребята, никто не отвечает. Почему все такие злые? Спят, это наверное. 21. Мы же тут 7 часов утра снимаем. 215. 30-36. Это что ему? Потом он видос посмотрит. Мы, кстати, ему сейчас... Сейчас ваш... Его номер скажем. Да, вам. Тут кое-кто позвонил. Технические неполадки. Да-да-да. Сейчас мы пока ждем, когда ответит. Хотя он, знаешь, не отвечал мне. Вчера звонил ему. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Это Иванов Артём? Да. Я Андрей из компании Эльдорадо. Вам нужен телевизор? Чего? Я Андрей из компании Эльдорадо. Вам нужен телевизор? Вы меня слышите? Ну, да. Нужен, да? Нет. Ну, тогда я сейчас пришлю бригаду, они заберут у вас телевизор, хорошо? Он заплосил! Господи, извините, что он такой дикий смех. Мне кажется, он тебя вообще не узнал. Он заплосил! Так, мы еще можно. Подожди. Гузи мне позвонил. Пацаны, наконец-то ответили. Я пока тут поищу гаечку. Вот, для этого винтовочки наши. Для снайперки. Ребят, кстати, мы можем... Может, потом сделаем типа войнушки. Все, звоню. Как его фамилия? Не помню. Знаешь, просто слушай, здравствуйте, это Дмитрий. Алло. Алло. Здравствуйте. Это Дмитрий? Да. Я Андрей из компании Эльдорадо. Вам нужен телевизор? Чего? Я Андрей из компании Эльдорадо. Вам нужен телевизор? Верня. Что? Верня. Я Андрей из компании Эльдорадо. У нас сейчас идет акция. Вам нужен телевизор? Так скажите, да или нет? Вам нужен телевизор? Вообще, кто? И кто тебе номер дал? У нас такая акция идет, нам дают номера. Ну-ну. Извините. Мы потом вам перезвоним. Нам просто сейчас... Нам просто начальник звонит. Подожди, не скидывай. Хорошо. И кто? Я Андрей из компании Эльдорадо. Я Андрей из компании Эльдорадо. Подождите, мне звонит мой начальник. Я вам сейчас перезвоню. Отвечай! Блин, а что... Здравствуйте. Нет. Я Андрей из компании Эльдорадо. Узнал, вот. У меня WhatsApp есть. Пранк удался. Пранк удался.